И всем привет! Вы на канале Няша Геймс. И у нас появился житель и торговец на нашем таком островочке. Так, зовут его Памела. Он ничего не может у нас, ничего не хочет. Так, а это у нас странствующий торговец, который может предложить цвета камень, желтый краситель, кувшинку, кактус, песок и плотный лед. Вот как раз плотный лед нам так и нужен. Только вот нам нужно для этого 3 изумруда. Давайте посмотрим, сколько у нас изумрудов. Нам нужен был житель. 2 изумруда есть. Что? Сделай стол вот этого лучника. Стол лучника? Да. Из чего мне его делать? Миша, можно я тебе помогу, пожалуйста? Так, подожди, стой, у меня где-то ножницы были, я вспомнила. Я тебе это и подсказала. Ой, никто ничего не подсказывал. Да, да, конечно. Ну, может быть, только чуть-чуть. Так, все. Только смотри. Торговца не трогай. Понятно? Надо фокс-фокс. Давай. О. Пусть так будет. Мне так больше нравится. Пусть будет так. Да, конечно. Пусть будет один с тыкой. Почему? Ну, главный. Не. Что, главный самый? Пусть будет так вот. Нас 2 и 2 снеговиков. По-моему, нормально. Так, вот, кстати, эти деревья нам будут поубирать еще. Я думаю, снеговики у нас же все равно не сгорят. Тенек не нужен. Няша. Да. Снеговики могут только из-за воды. Умереть? Из-за воды могут. Ну, умереть из-за воды? Да. И из-за дождя. Я надеюсь, что все будет нормально. Если что, мы им сделаем укрытие. Снег. Потом. Снег у меня, кстати, тоже есть. Нет, они приносят снег. А, снег приносят? Ну, это я знаю. Лучше бы они лед принесли. Кстати, мы уже начали подготавливать здесь небольшую такую вот площадочку. Ой, я попросил. Ну, вообще-то я ее сама захотела сделать, а не ты попросил. Где мы потом я установим пасеку. Да. Это уже твоя идея, да. Ой. Будет у нас улей, будет у нас пасека. Так, стол Яша, лучника. Пожалуйста. Да. Тебе надо и два кремня. Давай сейчас посмотрим, что нам нужно для этого. Я знаю все, что нам нужно. Ты здесь не найдешь. Так, книжная полка. Нет. Я не могу подсказать. Нет. 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 Я сейчас стол. Может, стол кузнеца? Нет. 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 Дай мне, пожалуйста, У меня, наверное, еще закрыт этот рецепт. Времени. У меня нету времени. Подожди, слушай, где-то должен быть гравий. А из гравия его можно сделать бесконечный этот бесконечную добычу кремния. Только вот у меня гравия нету. Ну ладно. Ну, временами все равно оно выпадает. Сколько бы раз ты его не поставил. Да нет у меня кремния, там черепахи, закрой. Да, смотри. Закрой двери. А нельзя, нельзя. А! Кто? А. Я просто забагала все штуки. Так. Ладно, давайте копать. Самое главное, чтобы нам выпал кремень. Самое главное, чтобы ты покурачку не дал. Или еще один изумруд. А может быть, Леша? Что? Может, ты не дашь мне, пожалуйста? Что ты хочешь? Я что-то ем. Держите. Не вздумай ему отдать изумруд. Нет, прошу тебя, не надо. Значит, о. Думаешь, поможет? Только стой, ставь возле этого, возле ящиков ставь. Не, они так хватаются. Ну, давай, ладно. Иди познакомься, это стол кузнеца. О, да! Вот. Круто! Яша, есть? Тебя уголь сейчас еще... Уголь. Уголь у нас, кстати, он есть. Он будет все тебе отдавать.
Ну хорошо, слушай, да ты профи. Хотя бы две ресы, окей, за две ресы можно будет потом пожаловать. Угу. Знаешь, если тебе не нравится, то гоним, потом можешь поменять ее. Круто, три изумруда, пять изумрудов. Да, так он пока ничего не дает, хорошо? Этому торговцу пока что ничего не давай, хорошо? Ничего. Почему? Мне нужен лед. Потому что ты потом за изумруду его. Ух ты, смотри, какая красота. Попугайчики тут сидят себе возле этого, возле моего поля. Так, ладно, давай добудем лазурит, алмаз. Алмаз. Железная руда. Пузырек опыта. Ну, нормально. Кости. Кости. Кости, кости тоже. Семена тыквы можно выкинуть. Зачем мне семена тыквы? Булыжник выкинем. Это тоже выкинем. И это выкинем. Так, ладно. Надо что-то выложить. Пузырек опыта, например. Да, например, пузырек опыта. Лазурит. Пусть будет пока. Положи самое главное. Так, ложим пока самое главное. Ножницы. И яйца. Так это мои. Кто понял, ставьте лайк. Так. О, кстати, здесь тоже есть уголь. Так, тут у нас есть дерево. Тоже его выложим. Ух, у нас тут сколько всего нападало. Так, это мы все выложим. Ну, я думаю, один бамбук можно срубить. И один бамбук мы оставим. Так все равно я кормлю панду. Ну, положи, пожалуйста, везде нам бамбук, хорошо? Можно я, пожалуйста, зачем? Покажу тебе? Ты хочешь просто покидать? Нет, здесь бесконечный фарм бамбука. Ну, не надо, он сейчас вырастет огромным. Угу. Не надо. Надо. Не, не, не надо. Не ломай, пожалуйста. Нет, нет. Ну, слушай, у меня уже очень много бамбука. Мало тебе очень. Держи, моя сладкая булочка. Так, это мы убираем. Как ты ее назвала? Моя сладкая булочка. Так, перья, снег, тыкву, бамбук. Все это выложим, семена тыквы. Ой, как у меня много всего. Где там житель? Нет, ты занял мою кровать? Я так и знала. Ладно, дай я посплю чуть-чуть. Ты просто вот так делаешь и кинула в окно. Ничего, я тебе сейчас прокачку дам. Ты об этом никогда не пожалеешь. Так, все. Интересно, а древесный уголь ему подойдет или нет? Нет, наверное, сейчас не подойдет. Ты знаешь, чем больше он будет? Он сам прокачивается, знаешь? Сам прокачивается? Да. Ну, все равно ему желательно давать какие-нибудь вещички. Так, давай, наверное, вот это вот уберем отсюда. И вот это тоже уберем. Переложим в этот сундук. Так. Что это? Вырезанная тыква и обычная тыква? А как взять светильник Джек? Нужна тыква, да, вырезанная или обычная? Вырезанная. И факел. А, да? Вот, светильник Джека. Один. И давайте возьмем еще один, сделаем себе факел. Ого! Как-то неожиданно. О! Это тебе кто и боль. Так. А я думаю, что на меня все боятся нападать? Так, давайте сейчас поставим два светильничка. Один сюда. Ой, что, светильник больше, чем мой дом. Давайте его сейчас на крышу закинем. Так вот пусть будет. Так, что у нас теперь тут в сундуке? Кости. Кости. Заберем. О, уголь. Какой там? Повезло. Повезло. Да-да. Так, ну давай еще чуть покопаем. Еще уголь нужен. Снег, песок. Нет! Не вздумайте тронуть моего
жителя. Игроки, помогайте. Блин, даже собака пропадает. Собака, молодец. Нет, помогайте. Ай. Так, надо быстрее кот, всех кадавр, спасать. Кадавр. Кадавр. Давай, ты видишь, если ты помогаешь. Нет! Няша! Ты все испортила! Еще один. Снеговика убила, Няша! Ух, ничего страшного. Снеговик погиб честью храбрых. Да. Ой, смотри, как красиво смотрится. Пандочка замшила вам домики. Кинь бамбук. Надо его сначала взять, этот бамбук. Ладно, значит, спинни-стейк. Так, слава богу, мой житель живой. Ага. Так, надо ему сделать, короче, домик. Надо ему сделать... Темница. Да. У меня, кстати, шерсти нету. Куча свиней. Может, ломал быть. Ладно, не поможет. Почему вы шерсть не даете? Ладно. Так, а что у нас тут дерево не падает? Что-то мы не заломали, может? Да нет, ничего нет. На тебя не выглядит. Так, три кирки и ни одного топора, ладно. Ты это видел? Попугайчика? Угу. Все, попугайчик, ой, пропал. Можно и закончить на этом видео. Так. Я же, у тебя 1% на кирке осталось. А, ничего страшного, мы новую себе скрафтим. 1% дома. Что сломаешь, и оно сломается. Так, ну, в принципе, так, смотри, не хулигань в моем доме. Так, давайте переработаем песок. Так, ну, будем надеяться, что нам выпадет много-много угля. Ну, а вы пока что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!